Ну, я не, думаю, что Вадя нас... будет вечером. Не, Вадя на своей машине. А, Вадя на своей, да. О. А там на ночь будет это оставаться? У меня брейн лак сейчас был, реально, придурок. Что ты пишешь, блядь? Ну, точно нет, у нас собака. Кто собака, я? Я собака. О, сама призналась. Надо и корм заказать. Какие шашки, блядь? У нас движение, нахуй. На ну, вот кровка нормально, все. Бля, мне кажется, идеально было бы просто туда приехать. Так. И там просто быть. Респект. Ну, потому что мы сейчас... О, это в розыске, кстати, мужик, я его видел. На постерах. А там интернет хоть работать будет, да? Вот это тоже вопрос. Да. А тебе уже проверил. Мы со своим Wi-Fi, если что. Я взял провод. Переносной. Если там есть вообще интернет, то я провод взял. Такси. Контент пошел, ура. Куда пошел, блядь? Поехал. Сидим, нахуй. Я просто, когда укачивают, я просто говорить не могу. Я начинаю говорить, мне еще хуже становится. Ну, а конфета? Ну, мы не знаем, есть там или нет интернет. Проверим. Злой проверит, так сказать. А ты уже приехал? Злой? Ты да, написал ты... кому-то? Макс? Да, я бы написал. Злому? Да. Фен? Не знаю. Ты крестики нолик? Да, я сейчас выебу. Реально? В жопу прям? Можно я не могу? Давайте. Схуяли. Ладно. Вопросов нет. Давай. Другое дело, слышишь? А нормально, что нолик первый начинает? Крестик. Я так понял, ты уверенно играешь, да? Ничего. Сейчас рекламу еще посмотрим, нахуй. Ты ебануто проиграл. Нет, я сейчас тебя выиграю, смотри. Ну тут рандом, если что. Да ладно. А если делать одно и то же, типа каждый раз, что будет? Ничья всегда? Ну когда-то точно не ничья. Нет, а если одно и то же прям? Вы вот друг друга прям чувствуете схему. Да что? Давай теперь я первый начну. А что там есть какая-то схема, что можно выиграть? Непонятно. Без схем ты так. Ну-ну. Я сам не знаю, зачем я так и съел. Да. Вот тут все. Давай. Да, блядь, еще каждый раз рекламу. С тобой? Конечно. Я знаю стратегию не с центра, когда начинается. Согласен, кто с центра начинает, то того... В смысле, а что это? Игра, просто охуенно. Никто никого выиграть даже не может. Еще раз. Так ты можешь не тыкать в центр, блядь? Да, не с центра надо нажимать. Думай. Что тут думать-то, нахуй? Рандомная игра, блядь. Ты проебал. Реально? Да. Как? Ну, нажимай. А, реально. Я не буду нажимать, я не проебал. Проебал. Никто не увидел. Нет. Проебал, лох. Нет. Ты в крестике нолики проебал. Да похуй. Как? Игра такая рандомная, блядь. Какая рандомная, тебя просто вокруг пальца нет, обвели. Это рандом. А сколько километров ехать? Ну, 600 где-то. Хорошо, что ехать хотя бы, блядь. Хуйня, 130. 130? Реально? Пиздец. На, говорю, за расстояние. 130 это вообще не час. Я это час 40. Смысле, это час 40. На Nexi бы я бы не смог столько проехать, она бы не завелась просто. Большой здоровый. Смеется, блядь. Он бесит тебя. Кто здоровый? Это флаг вот такой. Килограмм 100. Ну, час 40 это типа много. Так. Это типа. Дородничка. Реально? Да? Для стрима прям кайф контентик подснять. Что? Ну, час 40 дороги. Да не, мы сейчас там злой врубится дома. Ну, ладно, дальше жестко сейчас контентик подсниму. Вау. Не, ну прикольно выглядит. Корабля. Мы на мосту, да, сейчас? Да. Вон там корабли, короче. Воу, пишет, видишь? Я не умею. Нет, это понятно, ты умеешь джаз говорить. Они хотели к тебе на ручки, кстати. Я просто не отдавал. Я ревную. Какая же красивая Самара. Ну, короче, вот, все, я контент завез. Спасибо. Вот они сидят.
здоровыми. Нихуя себе! Вот графинчик. Пизди, блядь. Спасибо большое. Спасибо. Ой, будь здоров. А я стрепсилс еще. Что это? Опа. Ну можно, парочку таблеточек. Я тебе сейчас. Я тебе сейчас, блядь. Мне? Покажу. Что? Сопли. Это не сопли, это... Растают, это энергетик, блядь. Все растает. А где твой? Рюкзак. Ты, конечно, умный человек. Ты, конечно, умный человек. Умнее тебя будет. Особенно, когда в доту играем. Знаешь, что это делает? Молчи! Купол от крипов это ладно, это фарм. Это плюс, нормально. Но играть за Винрейнджера, когда... Бристл Бэк жмет, блядь, Блэтмейл, он берет в спину ульту и хуярит. Нормальная тема? Нормально. Ой, блядь, как ты не понимаешь, я людей смешу. Конечно, блядь. Ему говорят, муншарт купил. Я контент я купил, аганимшарт купил, все, я говорю, муншарт купил, я его купил, блядь. Я говорю, муншарт купил, я его купил, сука. Потом магазин смотрит, оказывается, муншарт и другой предмет. Олег, контент делаю. А, я контент делаю. Веселю. Понимаешь, чат веселю. А, конечно, блядь. В конце трон сносят, убили. О, мы выиграли? Я говорю, да, Костя, мы выиграли, представляешь? А, реально, Серега, да, серьезно? Нормально, контент делаю. Спасибо. Чел на Войда башер покупает. Я не купил башер. Я не купил башер. Я специально купил. Я специально. Ты серьезно? Вот докажешь. А ты еще посмотри, помнишь клип, который мне сказали? Аганим, я пишу по-русскому аганим. Говорю, такого предмета нету, блядь. Это я специально делаю. Специально? Баг системе нашел, конечно. Кольца? Я не буду. Не будешь? Предложение не поступило. Кольца. Это мята? Чат, будете дырку? Это рондо. Это бублик. Без вкуса пока. Достань. Сосой. Ну да. Да. Если так. А вы давно в доту играете? Второй месяц. А, реально? Да. Раньше не играли? Боже, я играл. И не в первую? И в первую очередь. Блядь, то же самое, что как будто ничего нет тут. Играл только в лоу. Ёбаный в рот. Мы играли в лоу очень хорошо. Плюс-минус, но вы понимаете. Не, я понимаю все, но я специально еще играю для контента, что весело было, смешно. Ну, я не говорю, что если я что, сейчас... Я такую хуйню там делаю. Рыгать сейчас. Прям охота. Из-за чего? Чё? Рыгать охота? Да. Из-за того, что энергетик плюс мятный, есть всякие приколы. Да, я мятный запиваю энергетиком, это вообще пиздец. Поближешь, что? Ага. Не, со злом. А чё, злой не выспался, что ли? Он говорит, мы будем через минут 30-40. Дома? Мы? Не, мы, блядь, куда? Мы только выехали. Но мы еще даже не выехали со Стамбула. Так это тоже в Стамбуле находится. Дома эти. Какой? Протупили. Надо было ключи мапки оставить сейчас в лобби. А мы взяли с собой их. А вы у него живете по-разному сейчас? Не-не, он попросил кота кормить. В 5 утра они приезжают. А у них нет автопоилки и кормушки? Нет. Мы утром вечером кормили кота сколько? Ошибка. 4 дня. Давай. Раскормили его раздуло. Вот там раздуло. Мы ему больше корма сыпали. А вы видели, как их раздуло? Кого? Ну, их на Мальдивах или где-нибудь. На них же ожоги получили, у них они опухли нахуй. Да? Да. Ну, ладно, и мапки. Ты видела? Да. На Мальдивах? Да, ты не видел? Нет. Показать вам, что такое ожог. Ожог. На Кипре 10 минут пошел в магазин. Покажите. Сейчас покажу. И ты тоже покажи. Это называется 10 минут на Кипре, днем в час дня пошел в магазин. 10 минут. В майке. В тени, я в ахуе. Найди тут. Нет, сейчас. Я хочу сначала повыебываться чуть-чуть. Солнце или медузы? Какие медузы? Это немножко повыебываться чуть-чуть. Это когда раздуло. Я раздуло виноградики, блядь. Это чуть повыебываться. Бицепс больше моей головы, блядь. Так, дальше. Покажи вот это вот. 10 минут, когда походил. Вот. Нет. Этот мы злого кормим. Я видел такое видео. Ебать. А что с ней? В смысле, ожог? Что? Ну, у него лицо.
лицо все оттекло, веки, лоб. Это то, видно, я не тот картинок. Ебать. Что она делать будет? Ну, само зашивено, пройдет, зашивется. Это если зашивается, то что они на солнце? Да, без крема типа. Ебать. Я первый раз такой вижу. Я даже не знаю, что да, я тоже не знаю. Там паста, блядь, это вообще. А что, не вышло? Ты не вышла сейчас с ТГМ? Мамки тоже так. Ты не вышла с ТГМ? Не вышла с ТГ еще? Нет. Там следующий пост покажи. А сейчас обрыкаюсь. Там какое-то было что-то это, ну, такое типа. Ну, сам полистай. Я просто зашла в вложенный файл. Вот. А, вот. ТикТок типа с маской. Так, внимание, смеем. Сейчас. Че там? Ебать. Это реально прям 10 минут? Это 10 минут. Это 10 минут просто. В тени. Это в тени просто. А есть фотка? Да, нормально? Может, это было в сторис. Пошел в магазин. Ебать. В магазин пошел просто. В 9 утра. Не, не в 9 утра. Это в 9 утра. Нет, это в час дня было. Это сфотка в вечерней 23.01. А мы ходили в 9 утра в магазин туда. Ну я... Один раз обгорал, короче, и поэтому я вот в Дубае, когда мы были, не загорал долго. Я по 10 минут. Типа 10 минут на спине, я на этом, но я не загорел по итогу вообще. Один раз я тоже обгорел, блядь, помню, в детстве, пиздец. Может, меня как со змеи слазила просто кожа потом. Или выше, ожог, или ниже. Типа опасно, что... Бля, так это вообще, понятно. Это ожог прям, смотри, мамки. Это нужно противовоспалительные какие-то? Это пиздец. Это прям пиздец, это прям... Это прям, ну они прям вообще пизда. Ебать. Нихуенно слетали на Мальдивы. Так по... это вот за отдохнуть. Два дня у них. Они так хоть мазались кремом? Они... Ну, видимо, первые два дня а не мазались. А сколько там градусов было вообще? Градусов 40, наверное. Да там солнце же такое, ебашь. Да, там солнце прямое. Именно прям лучи. Окей. Да, очень жесткий. Мне вот, типа, ветер вроде дует, не сильно жарко. Нет, там ты прям просто так... Просто весь отпуск все можно, ну, не отпуск, отдых можно так, испортить. Так это же вообще пиздец. Это же сметаной температура мазались. У тебя хуярит. Ну, ты просто получил травму кожи. У тебя организм лохой. Так они, наверное, думали, у них этот крем от загара, типа, а он наоборот они для загара. Так нет, да, все равно не там. Настолько. Даже крем, по-моему, для загара, они все равно от ожогов защищают. Да, он, да, он там притягивает, там, это, ну, это, ну, типа, фармацевт Максим. Ладно. Там гелик едет. Да, я тоже пиздец соскучился уже по гелику. Сейчас подъедет. Нихуя ты подснял сейчас это. Так не, его нет. Он не начинит. Он не может нас догнать. Мы быстрее. Давай быстрее. Быстрее его. Да не, нормально. Ебать. Едет, катится. Да непонятно его, кстати, возможно, нельзя снимать, потому что он сейчас в розыске, по идее. Это нищий. Это старый, да? Да, это нищий. Ну да, такая коробочка. Ну как нищий? Он тут стоит этого рода, ебал. Тут? 1800. Тут дороже. Пизда, какой псиной кости стать, блядь? Что ты пишешь, нахуй? А можно просто бебры стать. Это у нас три кости, получается, с косточем, да? Фуэль. Три кости? Нихуя себе, мы что, блядь, в домино играем? Я всю жизнь, нахуй, ни одного кости не встречала. В машине два. Да, в доме три сейчас. Я Соломона не встречал никогда. Где костяная нога? Косточ? Да. А мы его забыли. Мы не взяли его. Не, ну реально. Так там, наверное, там же две машины было. В другой машине. Там же все поедут в другой машине, понял? Ну, Вадя, Злой... Да, подожди, кто? Вадя поедет не на своей. На своей. Они уже едут. На своей. И Артур. И там отдельно машина. Бусик. Да, там же стояло два. Ну. Вот, они там поедут. Так слотов дохуя еще. Слотов дохуя, я, блядь. А как Изулина сейчас работает как раз. Что у тебя, блядь? Да тебя не этот еще, да? Я в следующем списке будешь, козел. Сука, вот тебе не выебываться, блядь. Тебе домой скоро лететь, нахуй. Я молчу тогда. А нафиг ты все рассказал? Че? Все тайны раскрыл, нахуй. В смысле, все знают, что тебя депортируют? Ну, тоже верно. Сразу в тюрьму на нахуй. Ого. Нихуя себе. У меня Nexia так же урчит. Не, нормально. А что, думаешь, выпадет? Да. Охуй. Поднимем. Мемная хуйня будет, если там просто интернета не будет. Просто не, заглушка. Может. Просто чисто там заглушка будет. Так нет, главное, чтобы. Главное, чтобы Wi-Fi был. Главное, чтобы Wi-Fi был просто в доме. Так нет. А там будет работать. У нас симка, которая работает везде. Реально? Уникально? Да. Под заказ. Starlink? Почти.
парковали здесь. Мы в подпортфель, видишь, у нас есть. О, прикинь, это они проехали. А это не наши? Ну, может. Как будто дачка такая же. Непонятно. Возможно, они договорились, чтобы вместе ехать, кстати. А вот такой вот Range Rover. Вкусненький. Ну, мы, кстати, еще не выехали даже из Стамбула. Это очень плохо. Это скриптованная фраза? Да, и у меня сейчас скриптованный монстр, который я сейчас выпью, я и так хочу ссать, я еще его выпью. Ай-яй-яй, держитесь нахуй. Мы сейчас на заправке стопнемся в туалет. Стопнемся? Нет. Нет? Сюда сып? Ну, я могу в банку. Меня злой научил, он говорит, туда залазишь в багажник и сышь, если прям приспичило. Реально? Да, ну нет, как раз пролезет в баночку. Вот. Из остановок? Меня попросил, убрали сейчас. Автобусы больше не будут останавливаться. О, по бизнесу. Мы выбрали, что нас все обгоняют. А, кстати, реально, что за хуйня? Нас тупо все обгоняют. Справа, слева, мы что-то в центре едем. Смотри, все обгоняют. Может, мне сесть за руль? Довести вас? Нет, да, тебе давай. Точно надо. Ну, что не надо? Это до первого столба. Ты точно нет, не везешь? Нет, я еду, езжу охуенно. Езжу, блядь. Я всегда езжу. Жопу выеду. Конечно. Я круче, чем ты ездил. Я круче, чем ты ездил. Я такими шашечками раздавал. Нет, я вообще ездил. А ты боялся? Куда ты? Тормози! Тормози! А кто первый в колледж поехал? Ты видел, что я сделал вообще? Видел. Я. Красоту навел, охуенно. Красоту. Бам-бам-бам-бам, вот так. А права твои где? Права где мои? А где права? Покажи права. А, я не знаю. А, права покажи. Покатался? Бам-бам-бам, блядь. Все? Поездил, Салик? Чипс. Ау. Как там? Че? Обстановка. Нормально, смотри, что пишет. Знаешь, чешечки? Примерить? Ахаха XD. Ахаха XD. Ахаха XD. Как, у меня чешечки идут? Честно? Мне кажется, на понижеться надо. О, все поменялось. Прянь? Нет. Хуя? Дай посмотрю. А тебе не идут, если честно? Жули идут. Прянь? Да, тебе прям идут охуенно. Спасибо. Они как будто, ну, не понял, твои. Понял, вопросов нет. Видишь, да? Мне нравится. Ну-ка, одей. О, да. Что, я? Блядь, мне точно не пойдут, ты чё? Ой, блядь. Нихуя ты, робоцип нахуй. Мияги? Да, у него именно такие. Потерял тебя, хаваны, бури. Косян! Чё думаешь? Что там дрочишь? По шторкам. Не подойдет ему. Хуйня? Но не твой Тимо, ты такие же, да, носил на вахте? Я? Да, ну, когда варил. Ну да, когда сварка была. В смысле? Вы думаете, сварка в очках, что ли? Не, когда смысле, резать... Там же очки. Не, это именно если, резать этот. Кого? Там маска, так не очки. А так, если болгаркой хуяришь, типа, то да. Что, очки для сварки, блядь? Есть. Какие? Нет. Ну, блядь. Строительные. Маска, типа, всегда. Ты помял мой шоколад. Я не мял твой шоколад. Я вообще не трогал. А кто ее сделал? Ты вечно виноват. Она растает сейчас уже, все, забейте. Ты чай взялась. Выпей шоколада сегодня, нахуй. Любовь хочется, нахуй, в один икс охуенно. Да, как будто мы... Заваренный? Фулл XD. Какой ты ублюдок. Почему? Мама. Можем пакетик подмочить чем-нибудь. Бля, я сейчас звуки воды просто на телевизоре включу, нахуй, мы будем писиться. Так ты первый босс, слышишь, ебла. Давай, реально челлендж. Давай, мне похуй. В смысле, я сдамся, я уже, не надо, я хочу писить, пиздец. Бля, я помню эту историю, когда вы ехали в тачке. Я думал, он рофлит с меня. Я сейчас то же самое, как будто будет. Ты там вообще, типа, нервничаешь каждый. Так сейчас будет то же самое, на по-любому надо останавливаться будет. Я не дотерплю до дома, 100%. Ну, вариантов нет. Ты что, ебанат есть? Сколько максимально времени ты терпел? Ну, вот там, когда было с Максом. Это был отрывок? Я не помню, это был пиздец прям. Ты можешь там часов 10 подряд не ходить писать? Ну, если прям как так, то нет. Он уходил, до раскорячки, типа вот так. Он держался за письку, чтобы не писаться. И то, наверное, сикнул так немножко. У меня полбанки, я хочу ссать, я еще допиваю. А нахуй уже. Ты пьешь это? Потому что нахуй мне его... Да. А чего нету в организме функции, чтобы моча испаряла? Непонятно. Выпаривание? Да. Ну, создатели нас придумали так. У вас есть создатели свои? Проект строго. Создатели, какие-то материки у него есть другие. Нет, не у меня. Плоская земля. Ты сам это знаешь. Я ничего не знаю. Вы думаете, что земля плоская? Не, ребят, земля круглая, вы что? Как в школе. Или глобус показывали, вот я верю.
Я верю, учительница поехала. На создатель. А если бы глобус был бы плоским? Макс, дай чипсу, волос, лапка свои, пусть свое на голову пересадит. Иди нахуй отсюда. Хуйня, еще дай чипс какую-то. Не, можно? Смотри, Бен. Бен, есть. Ну дай, ну пусть возьмет. Тебе надо волос, лапка? Мой в рот, типа, пожевать? Нет, на голову тебе. А у тебя что, есть волосы на лапке сейчас? Сейчас, наверное, нет. Ну, вот. А ну, у меня тоже сейчас я покажу. Что ты покажешь? Свои тики-токи. Угу. Все хуевые. Ты же показал нахуй начать с Тельманом. Мы запомнили его, блядь. Что там было? Да ничего особенного. Почему нас автобус обгоняет? Вопрос хороший. Че автобус? Что нас автобус обогнал только что? И второй. Блядь, я кстати, тоже не понимаю. Мы едем в центре, блядь. Это пиздец вообще. У нас тип, ну, так открой эту хуйню, давай посмотрим. Он плюс-минус как-то может, типа, ну. Открой эту. Шашки. Дорожь, я не умею. Вот это хуйня. Нет, там не открывает меня. Еду в Магадан. Но у него именно открывается. Это я. А, это видел. Бам. На, нахуй. Галки в чате. Кто там Галка? Максидир? Ебать тут каналы, нихуя, YouTube, Netflix, Explorer, блядь. О, нет. Вчера этот трек вышел, кстати, он, честно, ёбнут там прям хайпит. Чипс. Ау. Ты можешь просто в челюсть въебать? Да, могу, а чё? Не надо. А я скажу, сейчас новые сериалы охуенные. Это вот именно ко мне вопрос. Я как раз по сериалам. Не, я не смотрю просто. Какой? Какие-то есть новые сериалы хорошие, которые смотреть можно? Лучше ну, отдай нас Костику на ручки. Плюс вайп и смешная атмосфера будет. Кость, на ручки. Сука. Ебучий нахуй. Что это, фрлан, блядь? Другое дело. А чё, FPS? Поставить нельзя было, да, изначально 60? Какой? Ну, 60 FPS нельзя было поставить, да? А у него телефон перегреется и сядет. Схуяли. Ну, он уже лагает на 30, у него уже 30% осталось. Ну и чё вы на подзарядку поставили? У меня есть Powerbank. Ну и чего? Powerbank? Сука. Какому плюс вайп-то завести чат? Нехуй делать. Уже я тоже вот. Нихуёво начинать. О, блядь, 10-го раза надо. Писать хотим. Раздам дрель. Не вы одни тут, а один тоже. А вы не пили таблетки от тошноты? Я ни разу не пил. Дармина. Да, есть такие? И что, реально помогает? Офать? Выпил ну, еще. Ладно. На длительные переезды, когда вот, ну, типа, угу. То, что они немножко сон нагоняют. Ну, у меня раньше пиздец, как я прям рыгала каждую поездку. Я выпила таблетку и нормально. Да, у меня и в самолете прям. А в самолете вообще мне похуй. Вот, а я пару раз даже в самолете плевала. То есть у меня жестко так. Да. Не, в самолете я вообще сплю. Короче, за там 20-30 минут до поездки пьешь, она растворяется быстро. Типа, спасибо, чат, за поддержку. Они прям в аптеках при аэропорте тоже подаются. Ну, в каждых аптеках. А вот это. Куда это? Это чтобы удобнее держать было, бля. Ага, держать. Это именно для камеры. Давай. Когда камера. Опа. Ну подожди, у меня йог. Я не понимаю нахуй. Дайте мне связь, блядь. Офни и ёбни запретку. Офни и ёбни запретку? Да. Да не оф и похуй так прибивай. Что вы? Что? Что пульт не работает? Делайте. Не, ну я не понимаю, блядь. Я хочу включить. Ну реально, почему нас все обгоняют? Вон грузовик туда обгоняет. Сука, я ему. Почему? Банкой как. Ой, нихуя себе. Ебать себе там музыку. Ух ты ж, блядь, еще мне снес Панаму. Ты спросил. Что? Ну ты звал. Я не звал. Звал. Ну скажи, ответь. А что ему надо? Ну ты звал. Я ничего не делал. А что хочешь спросить? Ты звал, ты кто? А ты его как? Ты постучал ему? Зачем? Ну ты его звал. Скажи, can you open the window? А что нам надо? А why cars обгоняют нас? Why cars? Че? Ну помогите ему кто-нибудь. Скажи, can you open right window? Да вам жарко? Да. Так тут, кстати, когда кстати, он опустил, открылось, как будто... Спроси, can you open right window? Так он все слышит. Он тебя тоже слышит, по идее. Can you open, please, right window? We need more ветер. Wind. Wind. Fine. Аж сирены, блядь, вон.
Полиция выехала за нами. О, Саля. Здорово, Оля. Кто там? Саныч. Все, он открыл right window. Открыл? Да, о, оно о, было. О, thank you very much. Оно было открыто. Вот. Сейчас другой разговор. Вот это уже пошло, вот. Поехало. Сейчас уже лучше все чувствовать. Можно сказать пару слов. Пару слов? Да. А то я молчу, я не могу говорить, когда мне его хочу. Ну, я так надо было раньше сказать. О, здорово. Классно. Девочка Венсдей. Спородеешь, Саша, вот привет, я твоя фанатка. Чего? Меня же сквозило, нет? Вон Поршик. Сильно дует? Не на один, только другого цвета. А, ну да, чуть-чуть, ну нормально, нормально. Но если честно, плюс вайп от типа от ветра. Реально? Да. Пошел чуть-чуть движ, ну хотя бы, ну у меня уже, я прям с ума начал сходить. Ой! Ебать. Что вот это, блядь? Это мы нахуй протестим. Ты допил? Да. Я его специально... Хуй поймешь. Ладно, пацаны, возьмите, я тут не знаю, что делать. Я так не умею. Ты чё у нас, вот, блядь, умелец Мэнни, нахуй. Вот, ты похож на этого чела в ТикТоке, который вот это... Ты видел такие ТикТоки, когда у чела лицо такое с маской? Почему? И потом подходит другой чел, допустим, выпивает его напиток, и у него такое же лицо становится, бля, я просто не знаю. Не, не, я мажу. Я под наркотой. Саса, привет! Вы два часа едете? Не, мы... Да, мы закупку стоим. Привет, Сашенька. Это фанаты твои. На сходку фанатскую есть. Я хейтер. Чей? Саша Породевича. Ух ты, все. Извини, все, я мой фанат. Бля, держите его, блядь. Новый тикток. Здорово, Коля, и всем привет. Вы самые лучшие. Спасибо за лето, за стримы. Жаль, проиграли, но ничего, выиграете потом. Это про покер. Ну так, я, если кто-то, может, не понял. Блядь, покер, как, сука, такой позор, даже вообще нахуй. Опозорили, блядь. Я в покер играю вообще охуенно. Реально? Мне главное просто рядом, чтобы телефон с комбинациями был. Охуенный покер. И больше ничего не надо. Рядом, чтобы комбинации были, чтобы я видел там. Понял. Пары, флеш. Так и я думаю, смогу тоже охуенно поиграть. Всех выебу. Кто-то ты уже выебался, а? Жопой. У вас на потолке следы секса. Это этот, Rolls-Royce. Сняли? Хебать. Кстати, реально, а здесь смотри, нам сигналит игра, почему мы так медленно едем? Там шашкует тип. А он в телефоне сидит, тот у нас вот так говорит. Там тип шашкует именно. Так реально, мы могли уже давно приехать. Если бы что-то немного подглянул. Мы реально в левом ряду. Девочка Венсдей с последней парты. Дальше не знаю, блядь, текст. Какие-то электросамокаты будут хотя бы? Надо. А ты куда смотришь? В будущее? Я, если честно, никуда сейчас смотрю. А вот это что у нас? Пацан. На. Ну ты чего это? Спи. Да меня что-то вообще расколбасило. Все хорошо, приятного аппетита. Меня укачало. А, реально? Мы сейчас доедем, у нас не будет сил, мы все потратили на дорогу. Я уже не, потратил. У меня был сил. Не, у меня будут всегда силы, блядь, когда я не был. У тебя будут сысы. Не, наоборот, не вижу дорогу. Мне так хуёво, я так дорогу, маму. Дорога. Я так хочу погулять пойти. Реально? Пиздец. Ты можешь встать, пройтись просто здесь. Реально? Не, без пизды. Да. Вот я тоже хочу пиздец. Как это без пизды? С кайфом вообще ебанут. Погода просто хорошая. А что вы в барашка кидаете в чат? Я так соскучился по погоде хорошей, что я ебанутый кайфану сейчас. Сейчас бы на гели кидать по Арбату, да? С открытыми окнами, ебаный. С ебалом закрытым. Это понятно, это же. Что там? Злой сейчас будет стримус. Наверное, когда доедет. Я нашла грумера нового, но туда ехать час. Ого, ну вариантов как раз нет. Так что не говорил, что не любит дорогу. Надо один раз по-любому съездить. Грумер? Она русскоговорящая? Да. Ну съездим завтра. Вы когда к грумеру поедете, меня возьмите с собой. Тоже постригусь. Че? Пускай будет. Как у тебя прическа называется? Шлюх. А ну понятно. Вот я Эшли хотел такую же сделать. Дорога. Да. Нихуя себе модный Прада чехол. Это очень жесткий чипс. Просто у него телефон перегревается за него. Тачки. Ага. Сколько, блядь, он там? 60?
100 долларов. Дороже телефона нахуй. Реально чехол 60 тысяч стоит? Да. Нет. А сколько? 35 где-то. А, 35. Ну это Юль. Почти был телефон. 800 баксов. 800 на сайте 550. Настолько дешево, что он на телефон бы не одел. Есть тяжело. Но я в Дубай покупала. У тебя какой чехол сейчас, Костян? Хороший? Такой. Это типа фейк побит, правильно? Да. У меня три телефона, все три вот такие. У тебя ребра. А вот тут, смотри, вот это. Вот это именно, ну, опасно как будто. И камера при этом работает, да, охуенно? Да. Но камера-то чё? В камере ничего не будет. Протёр вот так. Не, у нее просто, у нее как тефаль. Просто антипригарная, блядь. У нас вон, блядь. Можно в этой машине поехать? Да, так я говорил, мы разгонимся. Разгоняемся. Я ж тут ездил, тут я уже знаю все места, блядь. Лопать тише. Хватит уже духа, наверное. В смысле, хуёво эти? Именно вот в этих домах? Да хз. Там даже людей нет. Будто мини-стрижевой, понял? Заезжаем сюда, чикс. Снова захожу. Чё там? Чипс похож на мою собаку. Так ты меня не видел, я даже не показывался еще. Нет, Макс не взял с собой коптер. Ну, знаешь, с собой назад, взял. Пускай коптер. Взял? Реально? Да. Ебать, так вот поснимем с него. Охуенно. Да чё, да привяжем мой телефон, похуй. Ничего. Может, тебе еще чё привязать? Что? Ты шашей конченый. Чё, ты почему ты не хочешь полетать со стримом на нем? Как? Похуй, привяжем телефон. Не выдержит он телефон. Не выдержит телефон? Нет. Можно привязать какую-то веревку к дому, сделать тарзанку в джакузи. Охуенно. Ебать, кто первый сломает шею, блядь, челлендж. А где мы возьмем? У нас нет тарзанки. Как в фильмах, если шторы только, типа. Из простынь. Да, простынь. Канат. Погоди, мы еще Костян дом не видели, может там вообще один этаж. Опа. Вот такой вот у нас. Есть гриль. Ну я же ему сказал все для шашлыка купить. Не знаю. Гриль. Ну плита в смысле, я. Один сказал, что никто не болеет, я уже заразился. Я из себя высосу твою болезнь. Мне вообще не трудно. Надо. Не трудно будет. О! Кто это? Кто это бибикает? Там даже никого нет. Это просто на фуре, блядь. Хуё. Банька. Мы не спросим, сколько ехать еще осталось. Так мы можем посмотреть по карте. Как? В смысле, он же смотрел. Ты можешь посмотреть? У Макса есть адрес дома. Посмотри, сколько ехать. Ну, я ставлю минут... Час 10. Да. О, смотри, это реально на вот этой машине. Просто на обычной тачке, блядь. Хуярит по полосе, я понял. Час 20 еще. Ой, бля. Нормально. Сколько? Час 20. Час 19. Ух ты ж, блядь. Что-то он для Эдита резко вправо дернул. Вот еще где-то километров 70 ехать. 60. Музло будет? Да, будет, потом. Ну хоть ветер подул, уже легче. Когда жил, приедем, потому что мой телефон с музыкой стримит сейчас, в данный момент. У меня у одного звук отстает, но тебе к лору можно сходить. 107 километров. Попробуй. 107? 107. Ебать. Ты не обманываешь? Нет. Я помню, просто не могу поверить в это. Помню, в детстве с дедушкой в деревню ехали. Сейчас там 10, 107 километров. Охуеть. А нахуй мы вообще туда едем? Если что, то в Стамбуле есть дом прям, ну, в центре Стамбула. Только там басик просто не теплый. Все за басик.
Да не-не-не, зло сейчас этот. Не доедут, врубит там, и там уже будет они что-то делать пока что. Да, зло минут через 10 уже, кстати, врубит. Они уже доехали? Они уже подъезжают. Реально? Да, им 10-15 минут. Охуительно просто. Вы добили 20к в ТГ, нет? Если нет, то добивать, добить. 20 им по шоколадке. Да. Это как протеиновый батончик? Нет, это просто шоколадка. Обычно. Она вкусная очень. Это все шоколадки, что вы взяли? Да. Взяли? А это что? Можно вот эту взять? Что? Бери. Хочешь, открывай. Немного дам шоколада тоже. Блядь, растаяло, сука. Лучше сыграйте в города. Охуеть, я, блядь, знаю города. Да. Можно просто в слова. На контент. Себе брали, ебень. Нет. Кушай, кушай. Так я знаю, что они себе брали, я просто спросил. Ну что обзываетесь? Ну все, я не буду есть. Нет, мы хотим бы... Нет, так не все. Да, надо. Они все, они обзывают нет, меня сейчас очень прям поделились. Жестко. Они прям ненавидят меня. Все, я не буду есть. Она будет просто лежать здесь нахрен. Открывай, открывай кубышку. А вот фольгу я бы забрал себе, если честно. Вот так мило. Я была таска. Я сплю. Скажи, что он быстрее ехал. Ебанута медленно едет. Я еще осталось час 10. Я на велике быстрее еду. Он по телефону просто. Он просто типа по телефону пиздит и бесконечно медленно едет. Мы едем как куры. Вон как куры. Просто ну типа еще час 10 ехать. Ты говорил час. Мы бы уже доехали бы еще. Дорога, дорога. Что там? Открывай, еблан, она растает. Ну, Димча, ты-то куда тоже, блин? Ладно, не хочешь, как хочешь. Опа! У нас еще одна есть. Берите. Нет, скилс не будет. Буду. Поделитесь? Нет. Да. Пополам, на пополовину. Пополовину, нихуя себе. А запивать нечем, сам ешь. Реально? Да. У нас вообще нету питья. Да нахуй нам надо. Если вот там. Соки. Ну, если ты вот так можешь. Соки. Попробуй достать чай без сахара. А мне сок. О, ага, это уже за бациллами. Ага. Не слушай его, я попью, Максюш. Бациллы, салоны. Что у пункт назначения какой-то начинается, блин? Да вы бы охуели, если бы у нас просто фура вот так вот резко... Я бы не был доволен. Понятное дело. Сахаром ставлю больше. Достанешь? Пока что ничего не. Хай было бы Мелис, по. Да что ты ее наминаешь? Ну ее есть надо. Она растаяла. Да ебать. Она растаяла реально? Ну подрастаяла, ну что поделаешь. Как ее есть? У меня есть нормальная. Не-не-не. Да-да, ее можно? Я ее выебу сейчас. На. Дай мне ее, блядь. Я сейчас буду ебать. А сока нету? Это без сахара? Сок, это да, без сахара. Это без сахара. Это... Надо. В ту сторону. В ту сторону. Нет, стой, стой. Тебе надо было. А, я не буду пить. Ты не будешь? Нет. А, тогда мы... сейчас тебе сок достали. Сок тебе надо? Кофе, сок достать. Свинья, отломай. Я тебя отломаю, нахуй. Вот этот ватермелон попробуем. Смотрите, сок какой, чат. Арбуз и виноград. Как будто нарыгаешься с него. А, так положи на место. Пока не могу. Как-то ебать. Костя, слышишь? Я не хочу спать. Хочешь? Надо фольгу.
вот этот сок неплохой. Что с вин? Так, ничего страшного, могу так сказать? Все нормально. Да никто не будет шоколадка. Пиздец. Ну конечно, даже ни с кем не поделился в одного шоколадку. Смотри. Че, парк аттракционов, блядь. Вау. Понял? Реально забрал шоколадку. Тебе не стыдно? Делится. Спиздил шоколадку и с Костей не поделился. Это нормально? Они все поровну делают, у них аппетит. Ну, а у меня шоколад. Стой, ну они качаются, типа, они занимаются своим. Ты у них отобрал последнее? У них есть. Чего да есть? Дальше. А как они теряют? Так ты сказал, молчи, а то пизды дам. Да, не было. Ты выключил микрофон, ты сказал. И теперь просто... Еще обозвал запреткой. И улыбается еще. Ну, блядь. Нормально. Было, думал, было, пишут. Было. Я думал, никто не узнает. Просто посмотрите. Я точу шоколадку. Последнюю на лучшую. Он еще порвал джинсы. Ну, я что сделаю, если я зверь, блядь? Последнее время ты очень сильно, ну, буянишь. Ну, извините. Это я еще не выпил, кстати. Что бы... Я руки вверх аж нахуй сразу, блядь. Гад, пишет. Я? Ну а кто украл, вор? А кто украл? Вор. Не вор. С разрешения. Ты его не спросил. Прочил. Ты просто забрал. Украл. Ты просто забрал. Не, я так, ух ты ж, я так не умею. Что ты умеешь-то, Васильевна? Ничего. Чего такое? Ничего, просто кадр вот такой взял. И как, взял нормально? Гаси этого ёбка в панаме. Давай. По одному нахуй. Да. Они на двоих брали, ты в одного просто втопил. Они не против. Конечно, не против. Конечно, не против, когда угрозы пошли жалко. Кстати, партнер Твича Скилзор. Кто не партнер? О, тоже верно. Да-да? Поэтому тебе партнерку... Чё ты свои когти уже тянешь? Забрать. Уже и телефон отобрать со стримом. Забрать тебя и камеру. Чтоб не напрягать. Бля. Это была не ошибка съесть шоколад. Это очень вкусно. Пересядьте, чтобы Юля легла на Макса, ей неудобно. Чё? Не, нормально. Просто чат реально хочет, чтобы ты на Макса прилегла. Мы можем. Мне надо смотреть. Смотрите, он начал ехать быстро. Так я попросил. Да. Спасибо, он пригласил. Главное, чтобы не это пиздец. Смотри, вот теперь всех обгулять. Это нормально для Эдита. Ну сейчас мы едем нормально, как все машины. Вот так бы мы за час-полтора доехали, а в итоге... Так бы мы принесли. Как осел. Не, сейчас бы реально... Пересадите Юлю к скилзу и сердечки. Ебаланы, что вы пишете нахуй? А че лыбу давишь? Блять, смешное сообщение. Ага, это сообщение смешное. Че? Ты бульон, конечно. Слой запустил, пишет. Найс. Nice. Не, реально? Не знаю. А можете посмотреть? Да, слой врубил. Посмотришь? Реально, да, врубил. Ну что? Давайте ему рейд, мы доедем, напишем. Давай, даем рейд? Э, он уж еще украл, вот пиздец. Реально нет, запустил. Асбест, блядь. Да я не брал, мне опять подкинули, блядь. Ага. Давай, расскажи. Да я ебал, что за подстава? Расскажешь, расскажешь. Если я эту съем, то мне вообще минус реп. И минус реп, все треки удалят. Тогда не надо. Оп. Не-не-не-не. Так а что, когда рейд давать? Сейчас, давай. Мелес, Мелес, тут? И Гетвич тут? Ой, и Гетвич тут? Да, и Гетвич у меня мода. Работает. Ты его... меня забрал? Да. Ой. Вот, это, вот такая-то. Асету забрал. Асету у меня не это, не джипси. Ты
Эм, ебать, сит его пустил. Почему? Это лучший модер на Твиче, лучше не существует. Ну, а Егетыч что, плохой, что ли? Ну, невозможно. Егетыч хороший, но лучше ситы невозможно. Понял. Так, что там, пошел? Пошел рэп? Алло? Все, пошел. Найс. Все, давайте, увидимся у Злого. Спасибо всем, кто смотрел. Давайте через час или минут 40 увидимся и уже попукаем. Да. Все. Всех любим. Что там? Будем делать жрач. Что там пишет? Подождите, еще одну опцию пишет. Идет, да? Да, пошел. Все, давайте, все пока. Целуем, сосем. Бэ-бэ.